Добрый вечер всем из Одессы. Сегодня 27 июля 2023 года. Сегодня президент нашей страны Владимир Зеленский побывал в Одессе. Сообщают о том, что Зеленскому рассказали и показали масштабы разрушений Спасо-Преображенского собора, который 23 июля попала ракета. Даже свое вечернее ежедневное обращение президент записал со Спасо-Преображенского собора. Также сообщают о том, что глава государства побывал в реабилитационных отделениях, где защитники Украины проходят восстановительное лечение. Он был не только в Одессе, был и в Николаеве, и в Очакове, ну и в частности у нас в Одессе. Такая информация, я на связи, как будет информация обновляться, сразу буду сообщать. Всем желаю мирного неба, тихой, мирной, спокойной ночи, до встречи, пока.